Друзья, все когда-то начинается первый раз, поэтому, наверное, первый раз мы наконец-то начнем наш отборочный первый тур фестиваля Rock'n' Rising Fest. На улице сегодня творится какая-то хрень, я надеюсь, что здесь, в фиш-фабрике, хрени будет по минимуму, а будет по максимуму интересной музыки, которую будет оценивать сегодня жюри. Ну, в принципе, в это жюри сегодня у нас входит представитель организатора самого вообще фестиваля Rock'n' Rising, девушка Ира, я правильно сказал, да? Вхожу туда вдруг совершенно внезапно я, как человек, представляющий наше радио, Алексей меня зовут, но самое главное, тут у нас сидит человек в кепке, собственно говоря, Вася В, группа «Кирпичи». Он-то является самым важным звеном, от него сегодня зависит все, потому что из четырех команд, которые представлены здесь сегодня, будут на этой сцене, одна выиграет и получит право выступить потом в финальном гала-концерте в «Космонавте» вместе с группой «Кирпичи» на одной сцене, кстати, ну и с другими победителями. И кроме того, насколько я узнал, сегодня тот коллектив, который победит, он получит некий денежный приз, так что не просто так, не просто за хорошие Васины слова пойдет битва, а еще и за какое-то бабло. Что вообще происходит? Происходит следующее. Группа «Кирпичи» отбирает понравившиеся команды. Далее 4 команды каждую неделю выступают здесь. Далее одна команда пробивается в финальный розыгрыш, который состоится в «Космонавте», как уже было сказано. В принципе, мне кажется, правила просты, правила элементарны. Нас сегодня здесь не протолкнуться. Прекрасно, я считаю. Будем сейчас слэмиться вместе под музыкальные коллективы. А, ну еще, кстати, каждый из сегодняшних из групп, которые сегодня выступят на этой сцене, уже прозвучали на радиостанции, потому что Василий в специальной радиопередаче рассказывает все, разбирает по полочкам, говорит, вот здесь такая нота, а вот здесь вокалист вот так вот дает. Да, зрители все внимательно, зрители, слушатели все слушают и запоминают, начинают заходить на ваши официальные ресурсы, дорогие музыканты, и, собственно говоря, оставлять свои радужные комментарии. Ну, давайте так, первую группу позовем. Первым у нас выступает сегодня коллектив «Другой». Насколько я знаю, их песня звучала сегодня целиком и полностью в эфире. Особенно по погоде она была. Парни, вам тогда, собственно говоря, слово, потому что, наверное, о группе как-то... Что о группе рассказывать? Группа рассказывает о себе музыкой. Ну а жюри будет сейчас внимательно слушать и по сложно сочиненной системе критериев оценивать выступление. Под ваши аплодисменты группа «Другой». Всем привет. Давайте попросим, давайте все вместе встанем и вот сюда, чтобы нам было перед кем выступать, а вам было ближе, смотрите, если слабовидящий. Давайте, не ленитесь, давайте, вот кучнее, веселее будет. Спали на трамвае, целовались под дождями, под лучами солнца тело обжигая. И под сангрией носами мы касались чудесами, наполняясь до предела ты и я. Нам осталась ночь, мы танцуем медленно с тобой под испанским небом. Накрывает дождь, нас бросает в дрожь, но мы не здесь, мы повыше где-то. Нам не слышен звук килогерц, лишь дыхание стук. Двух сердец захватило дух, все, что нам останется с тобой, только этот дивный танец, танец и под дождем. Под
забыв метель и стужу. Как ходили мы простуженными, как кружили стружки зимы из инея. Ни ты не в курсе, как бы нам остаться с кастаньетами, мимо пролетать кабриолетами. Нам осталась ночь, мы танцуем медленно с тобой под испанским небом. Накрывает дождь, нас бросает в дрожь, но мы не здесь, мы повыше где-то. Нам не слышен звук килогерц, лишь дыхание стук. Двух сердец захватило дух, все, что нам останется с тобой, только этот дивный танец, танец и под дождем. Осталась ночь, мы танцуем весело с тобой под испанским небом. Накрывает дождь, нас бросает в дрожь, но мы не здесь, мы повыше где-то. Нам не слышен звук килогерц, лишь дыхание стук. Двух сердец захватило дух, все, что нам останется вдвоем, только этот дивный танец, танец и под дождем. Спасибо. Дверной звонок, потолок, 5 утра на часах. Слагаю маты автоматом, в голове кавардак. За дверью криво, будто сада, ты стоишь в рваных джинсах и смотришь мимо, по щеке помада, дым в волосах. Привет, родная, волновался я, ведь ты на минутку вышла. В итоге танцевала с друзьями целые сутки. Давай борщ согрею, не хочешь кушать, вот все на те, а с глазами, что стало, устало, ну бывает, кстати, забери свое летнее, и зимнее тоже забери. Не лей мне в уши снаружи, в душу изнутри, закрой свой бизнес и катись уже отсюда. Перу или поближе, слышишь, есть дорога на Хургаду. Дорога на Хургаду, дорога на Хургадушечку, дорога в теплые страны. И вот вопрос прямо в лоб, кто такой этот жлоб, что по ночам звонит упрямо и ты мчишь гардероб. Ах, это брат, я вчера звонил тут маме твоей. Она просила передать, что не рожала сыновей. И почему себе ты сделала 4-й размер груди? Я не Бутман и не Хэнк-Муди, мне нравится пир. И что за поворот на них, откуда капитал? Я посчитал, нам 3 года копить, а мы знакомый год. Забери свое летнее и зимнее тоже забери. Не лей мне в уши снаружи, в душу изнутри. Закрой свой бизнес и катись уже отсюда. В Перу или поближе, слышишь, есть дорога на Хургаду. Дорога на Хургаду, дорога на Хургадушечку, дорога в теплые страны.
Ну что же такое, что же тебе не хватало? Может, не вышел Сережа рожей или не с того пьедестала? А может, просто устала, растаяла, отпустила, пока я в самоанализе красиво забери. Тоже забери, не лей мне в уши снаружи, в душу изнутри. Закрой свой бизнес и катись уже отсюда. В Перу или поближе, слышишь, есть дорога на Хургаду. У-у-у, дорога на Хургаду. У-у-у, дорога на Хургаду. Дорога на ху, дорога на... Спасибо. Медлячок. Далекая звезда, красива и беспечна, живет на ней она, и на пути на Млечном ей встречаются порой кометы непростые, и иногда стеной идут дожди метеоритные. Туда-сюда, люди, туда-сюда. Метеоритные, сюда, люди, туда-сюда. И по утрам она расчесывает волосы, рисует у окна, танцует в невесомости. И каждый день весна, и не меняя тактику, летит ее звезда и держит курс мою галактику. Туда-сюда, люди, туда-сюда. 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 От суеты красиво и беспечно жила однажды ты, и на пути на Млечном повстречаемся с тобой. Наверное, не знаю, но знаю об одном: ты целая вселенная моя. Сюда, люди, туда-сюда. Вселенная моя. Сюда, люди, туда-сюда. Вселенная моя. Сюда, люди, туда-сюда. Моя вселенная. Сюда, люди, туда-сюда. Спасибо. Go.
затаяться. Где-то взрывается лето, мы с тобой в третий бросаемся в это. И на рассвете пишут оранжевым цветом, одетые в лето песочные ветры. И на рассвете мы говорили друг другу все, что хочется сказать. Но мы с тобою небоскребы, небоскребы, небоскребы. Задевай небо, небо, задевай облака. Мы с тобой небоскребы, небоскребы, небоскребы. Нас с тобой осколки стекол, мы с тобой наверняка надолго. Да-да-да-да. Да-да. Дай, да-да-да, да-да-да. Счастье, что тонкое платье тебе очень кстати для жарких объятий. И камасутры хватит на белой кровати, где мы в сладкой вате и не в адеквате. Встречали мы утро и говорили друг другу все, что хочется сказать. Но мы с тобою небоскребы, небоскребы, небоскребы. Задевай небо, небо, задвигаем облака. Мы с тобой небоскребы, небоскребы, небоскребы. Нам с тобой осколки стекол, мы с тобой наверняка надолго. Небоскребы, небоскребы, небоскребы. Задевай небо, небо, задвигаем облака. Мы с тобой небоскребы, небоскребы, небоскребы. Нас с тобой осколки стекол, мы с тобой наверняка надолго. Спасибо. В нашей крови стали мы с тобой пленниками до утра. Выпускаем мы кольцами дым. Это конфетамин. В нашей крови стали мы с тобой пленниками. Наплевать нам, мы сегодня с тобою хотим эти конфетамины. Витамины, а. Палец, по-моему, с тобой позабыли. Взяли на и ставили, сейчас все ставили.
и даже тона морали.